Здравствуйте! Вы на канале Владимировны Вкусно. Сегодня мы с вами приготовим картофельную запеканку с мясом. Для этого нам понадобится филе курицы, которое я сейчас порежу. Филе это я сейчас обжарю вместе с морковью, луком и чесночком. Теперь я натру морковь. Теперь я порежу лук. Две головки. И порежу чеснок. Пять зубочков у меня. Все, теперь будем жарить. Буду жарить на кукурузном масле. Теперь я сюда добавлю морковь с перцем и лук с чесноком. Посолю. Поперчу. И оставлю немножко протомиться. Кроме этого, у меня варится картофель, который я потом порежу. Теперь для заливки запеканки мне понадобится сметана. Сок томатный. Сыр, который я предварительно подготовила. И буквально ложечка горчицы. Вот так. Немножко присолю.
соус готов. Теперь нам нужно вот эту картошку, которая у меня остыла, порежу вот такими я дольками. И вот в эту форму начну укладывать. Вот наша форма. Эту форму я вот выложила картошкой по центру и немножко вот так по бокам. Теперь я сюда подготовленное наше мясо выкладываю. Вот. Немножко картошку я переварила. Нужно ее немножечко не доварить, но у меня она переварилась. Ну, ничего страшного. Я теперь сверху вот укладываю картошку. Вот так. И заливаю нашей заливочкой. Вот и все. И помещаю в духовку на 25-30 минут. Вот я вытащила запеканочку. Вот она такая получилась. Я думаю, она не только красивая, но и вкусная. Сейчас я отрежу кусочек. Вот такая у нас аппетитная запеканочка. Всем спасибо и до свидания. Подписывайтесь на мой канал.